Ну да ладно, прошел. Хоба, всем здорово, с вами как всегда ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Pizza Tower. Ребята, страдание пошло, P-ранг, все дела, потому что, ну сам понимаешь. Да, так можно делать, мне там написали. Это реально можно делать, можно его вот так вот открыться, залиться. Нифига там! Господи, Пепино, из тебя пиццу сделали! Найс. Но мне кажется, это я. Это я буду, ребята, потому что сейчас мы идем на... Курсор убираем. На интересный уровень под названием... Блин, кровавый соус данж. Ох, блин. Чуваки. Чё-то чувствую я... Так, ключик-то у меня есть, смотри. Мы ключик можем воспользоваться, но мне, по идее, надо вот сюда. Ох, май. Да, поглядим. Возможно, мы чисто один уровень пока пройдем. Но понятное дело, что потом я целый сборник сделаю, потому что вторую серию по П-рангу надо обязательно с Виджилен. Блин, как этим сыром? Слушай, я пока даже не представляю. Я пока не представляю, как мы с тобой будем... Этот грёбаный. Так, начало замечательное, удивительное. Ну, в принципе, ничего страшного. Тут, как бы, сам понимаешь, можно получать урон. Это вообще полная фигня. Нам бы сначала, короче, немножечко обследовать этот уровень. Потому что, ну, понимаешь, да? Хорош. Чел, погоди. Ну, тут, в принципе, их легко. Вот так вот. Ананас. Да, смотри, можно вот так вот фигачить. Короче, мы пока что только учимся. Ребята. Потому что с первой попытки я пока еще ни разу не проходил. Ну... В принципе, чё-то получается. О май! Это я уже забыл. Да, понимаю. Короче, с первой попытки, да, будет немного сложновато все проходить. Рыбина какая-то. Блин, ну как мне сыр проходить? Я только сейчас понимаю то, что, ребят... Ладно, это уже проблемы будущего зрела, ребята. Правильно? А я пока что нормально тут. Оп. Иди сюда, родной. Ничего страшного. Да, в принципе, вот так вот можно разогнаться. Таунт. Также, ребята, тоже про это не стоит забывать. Потому что я говорю, я вообще раньше без него проходил. И как у меня это вообще получалось? Я даже... Тихо. А тут надо разогнаться нам. Видишь, в чем прикол? Ну ладно, это можно, в принципе, на обратном пути. Пока учимся мы с тобой. Ля, жопа подгорает. Ребят. Не, ну там, в принципе, уже мы практически прошли, поэтому фигня. Тут уже дело чисто. Так. Ах, вот батутные штуки. Так, ничего. Второй кружочек. Оп. Сыр. Ну, кстати, он там нормально полез. Надо было его не останавливать. Быстро, да. Кстати, можно так пробежать, да. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! Хорош. Нет, рыба. Ха-ха-ха!
Чувака сразу выносим. Забираем нашего чувачка. И вот это я все не люблю, чуваки. Пусть горит в жопе. Братан, ты что, реально спустился? Он реально спустился, офигеть. Так. Уе. Папа Ди Пепино, молодец. Пу-пу-пу-пу. Молодец, молодец. Сейчас резко, резко. Эвил. Тихо, тихо, тихо. Да, я вот это вот... Пофиг. Сразу давай сюда. Навернем. Покатился, родной, покатился. Да, этого чела мы с тобой... Хотя, кстати, он там, в принципе, пригождался так-то. И вот это вот самое мое, на самом деле, нелюбимое. Хоть и да, можно тут передохнуть, но... Не-не, сюда не надо. Нам уже... К братану. Блин, он иногда так резко просто это делает. Чуваки, ну что вы творите? Блин, вы мне немножечко портите прохождение. Ап! Еще главное успеть, потому что, ребята, сами понимаете, там в конце что-то у нас времечко-то. А это надо не останавливаться. Братан, тихо-тихо-тихо. Пофиг, я эту рыбу уничтожу. Вот этот чел меня капец бесит. Реально, таунт тут будем применять и все. В принципе. Так, 2 минуты, да? В прошлый раз мы вот здесь и остановились. Так, братан, тихо-тихо-тихо. Блин, реально? Серьезно? Тут вообще уже оставалось, прикинь, вообще копеечка. Копеечка просто, смотри, гляди. Минута 24. Но... Блин, эта музыка, конечно, мне очень нравится. Минута 07.
Давай, 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 братан, давай, давай, давай. 56. Пофиг. Нет, 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 братишка! Я слишком, ребята, сейчас напряжен. Молодец. Это было ловко. 20 секунд. Один секунд. 7 секунд! Хорош! Да! Все, найс, отлично, боже мой. Ну, не особо легкий для меня был уровень, все-таки, ребята. Хорош. Забираем победу с себя. Да, Максим, ну, это нормально. Нормально. Вот я так рад, на самом деле, потому что я помню, как поначалу мне говорили, что... Типа, вообще дамага нельзя получать. Но в итоге, слава богу, можно. Ребята, слава богу, можно. И, ну, только на боссах. Единственное, ребята. Боже мой, ну, наконец-то, а? Ну что же, друзья, мы продолжаем. Да, ребята, все на П. Наконец-то, первый уровень мы прошли. Теперь начинается самая жесть. Меня предупредили то, что сыр на П, это будет полный П. Вот, вот правда, это... Это будет намного сложнее, чем Noise, чем Fake Pepino, так что мне сказали, капец сейчас будет. Так, ну и мы давай следующий уровень проходим. В принципе, сколько у нас тут уровней? Да так же все. Давай, погнали. В общем, сейчас на П попробуем. Отлично, сегодня я прям на позитиве, на веселе. Слушай, я так подумал, блин, братишки, может реально ролик-то выложить? Конечно, всего... Ну, что-то как-то маловато, 3 уровня будет. Короче, к чему я это? Я прошу прощения, ребята, я просто сейчас такой думаю. Знаешь, что сделать? Блин, выразиться не могу, потому что, ну, знаешь, когда играешь, тяжело, тяжело. На самом деле. Короче, я хочу П-ранг уже завтра выложить, ребят. А что для этого нужно? Нужно босса победить. Поэтому мы, наверное, сейчас пойдем к боссу, ребят. Что-то я подумал. Сразу. Так. Я просто вот прям не знаю. Этот уровень, он легонький. А вот что там с сыром этим? Ну, придется пострадать, конечно, да. Хотя главное выиграть. Вот. Секреточки позаходить. Вот эти вот. Все, отлично, 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 чувачки. Так, есть. Фу. Это легкий уровень, ребят, на самом деле. Но есть свои тонкости, есть свои тонкости. Понятное дело. Так, чувак, давай корми. Блин, сейчас очень захотелось KFC курочки. Прям капец, как захотелось. Так, где-то тут этот сыр. Так. Тут вообще изи. Разбираем. Я почему-то не знаю, но кровавый соус я очень долго проходил. Прям очень. Ух, я в двоих. Это вообще хорош. Так, печей. Давай, брат. Курочка KFC. Вы прям как надо, блин, становитесь, если честно. Чувачки. Вообще красавцы. Я вам скажу. Слушай, ну можно так отточить, конечно, уровень. Что капец. Так, есть. Угу.
Ничего страшного, все нормально. Так, что там у нас дальше? Коровы. Ух, сейчас очень тяжело будет. Не, реально, ребят. Так, его сразу вмокаем. Тут тяжело будет. Ага. Блин, к сожалению, это мы с тобой пропускаем. Там вот можно было гриб взять. Видел? Фигня вообще делов. И тут мы с тобой немножечко, да, подтырим. Чтобы успеть добежать. Хотя, по идее... А, вот тут вот... Ребята! Вот тут есть один такой минус. Короче, здесь можно, да, налажать немного. Но, в принципе... Есть дополнительный шанс, так что ничего. Найс. Так, вот грибочек нам помог. И слушай, что-то сейчас... Ой, боже мой, сейчас это... Тут надо... Ребят, тут нужно скорость, ну, не особо прям сильно, конечно, развивать так-то. Есть. Хорош, братан. В принципе, то, что Пипин, он немного... О, все, там уже все, прикинь. Так. Есть. Вообще изи. Все. Так, тут у нас кусок сыра. И тут есть маленькая проблема, ребята, потому что эти челы, они будут нас очень сильно напрягать, на самом деле. А чтобы это сбавить, нужно вот так вот сделать, да. Так что быстрей. О, в принципе, можно успеть. 9000 мы с тобой набрали, но это, конечно, такой результат. 12 тысяч, ну вот это твой разговор. Так, найс. Тут все правильно. Коровы. У нас тут. Братан, спасибо тебе. И тут надо осторожно. Найс. И тут пицца-маркет. Спасибо. Вот какая фигня. Чуваки. Ох. Хорош. Хорош. Не заходим туда, мы уже там были, все. Чувачки, мы уже там были. Поэтому на этом мы с тобой забиваем, а тут... Хорош, П-ранг! Чуваки, П-ранг, это прям очень радует. Конечно, может, не такой прям супер большой у нас, да, там 18-19 тысяч. Но тоже неплохо.
Ну тут уже изи. Все, чуваки, тут по факту. Пошел! Хорош! Пэра. В общем, ну что, попробуем сыр. Да, ребята, конечно, серия получается... Блин, я вообще, у меня уже голова не варит после пэрагов. Это пипец полный. Есть. Да, нам хватает, короче. А давай поглядим вообще, сколько уровней. Блин, ну на следующую серию я капец, конечно, буду офигевать. Но я хочу пораньше выпустить, порадовать вас все-таки. Так, давай, братан. Ну вот сейчас самый сок, конечно, идет. Смотри. Блин, тут, конечно, капец уровней нам надо будет проходить. Пипец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну хочется, хочется. Давай поглядим. Давай поглядим. Я уже просто... Мне не терпится. Понимаешь? Фу, погнали, чуваки. Попробуем. Попробуем на П-ранг. Ну что же, сыр. П-ранг, чуваки. Ох, этот осуждающий сыр. И главное, чтобы вообще ни разу он нас не задел. Так, есть. Найс. Ого, повезло, повезло. Мне так-то нифига себе. Есть. Хорош. Ага. Тут надо было, короче, С нажать, и все, по идее. Надо вызывать. Он все равно вызвал, прикинь. Ладно, прошел. Хорош, сюда, боже мой, есть. Ну, в принципе, несколько попыток, и мы с тобой смогли, блин, нифига. Я даже от себя это вообще не ожидал. Слушайте, ну лайкосик поставьте, чуваки. Хорош. Вообще шикарно, блин. Я что-то так прям вообще...
сконцентрировался и бац, дамаг ноль. Мы это сделали, господи. Есть, там, в принципе, одна лишь тонкость. То есть надо было чисто заряжать пистолет. Вот это самое важное. Офигеть, да, мы это сделали. Чуваки, ладно, в следующей серии, понятное дело, что мы будем проходить вот эти уровни. Это обязательно, да. Три вот этих надо будет полюбас пройти. Ролик, честно скажу, пока не знаю когда. Так что, ребят, через неделю. Где-то через неделю примерно. Пранк. Если вы хотите, чтобы побыстрее все выходило, обязательно вопрос. Бай-бай, дорогие братишки.